Мария и София – известные не только в России дизайнеры, а познакомились они в школе «Сосновка» 4 года назад. Марии надоела монотонная работа в роли бухгалтера. Благодаря «Сосновке» она смогла учиться после работы и даже оформить оплату в рассрочку, ведь денег не хватало. В конце рабочего дня она, наконец, попадала в свою стихию – в учебный класс, где училась под наблюдением профессиональных преподавателей. За 6 месяцев Мария стала специалистом в сфере дизайна, а «Сосновка» помогла с трудоустройством. Прощай, отдел бухгалтерии! Владелица особняка София устала от сотрудничества с дизайнерами интерьера, которые предлагали слишком дорогие решения, которые, к тому же, не всегда работают на практике. Подбирая мебель и материалы, указанные в проекте, можно было разориться, а бюджетные варианты оформления выглядели далеко не респектабельно. В «Сосновке» она не только узнала, где покупать материалы, но и научилась создавать проекты, которые легко реализовать на практике. В конце обучения София решила поменять скучный офис на творческую профессию. София и Мария доказали, что дизайнерами не рождаются. Ими становятся в школе «Сосновка».